Всем привет, дорогие друзья! С наступившим Новым годом! У нас погода, смотрите, какая прекрасная. О. Вышел проведать машину. Завтра выезжать на работу. Пиздец. Как выезжать? Все завалено, а снег идет. Сейчас посмотрим, что будем делать. Время у нас сколько там? 8:30. 8:30 вечера. Сегодня у нас 8 января. Вот такие вот дела. Как это все раскапывать здесь, хрен поймешь. Я решил с вечерка выйти, вот сейчас щеточкой почищу, чтобы завтра было с утра полегче. Но такой снег валит, блядь, что такое ощущение, что он не закончится вообще. Ладно, сейчас почистим, посмотрим, что. Надо завести ее. Мы были в отпуске. И я никуда не ездил. Да. Фу. Приступим. Все замерзшее такое, я в шоке просто. Просто капец. Надеюсь, остановится скоро этот снег. Он должен был к 8 закончиться, но смотрю, что-то он даже не собирается заканчиваться. Ой, здесь все замерзло. У нас, смотрите, снега до порога. Почистил я немножко, но бесполезно все это чистить. Давайте посмотрим, как заводится хоть. Идемте домой, холодно. Ну и нахер эту чистку. Толк с нее никакого нету, бля. Сука, хрен пройдешь здесь. А там вообще жопа. Как я не буду выезжать, хрен поймешь. Надо сейчас вперед-назад, может, поехать, чуть раскатать себя здесь. Так, вот, смотрите, 8,5 градусов. Ну что, посмотрим, как оно заводится. Фух. Завелась без проблем. Что мне там показывает? Багажник открыт. Ну ничего страшного. Фух. Дворники замерзли, даже нет смысла их включать. Ну завелась, значит все нормально и завтра утром заведется. Ну-ка давайте мы вперед-назад. Вроде едет. Еще пару.
вроде ездит. Фу. Короче, идемте домой. Нет смысла здесь ничего раскапывать. Завтра пораньше приду. И снова всем здравствуйте. Время 7 утра. 7 утра. Фу. На улице минус 10. Что, малышка, будем греться? Минут 20 как минимум чистится. Все завалено. Фу. Ну, вчера мы заводили ее, без проблем завелась. И сейчас, в принципе, тоже. Иду я чистить машину. Фу, ребята, 20 минут откапывания, даже полчаса уже. Кое-как видно, но совсем херово. Ну что, по дороге растает, пора ехать. С Богом! Ну что, ребятки, кое-как я доехал до офиса. Здесь полная катастрофа. Ничего не чищено, вот никто не может проехать. Там, смотрите, какие сугробы у нас. Короче, да, весело. Ребят, сейчас время у нас час дня. Немножко здесь расчистилось. Но не до конца, все равно машины стоят. Смотрите, какие сугробы здесь. Машины даже не видно. И там. Фу. Холодно. Так, сколько? 10 градусов с минусом. В общем, ребятки, такие дела. Сейчас мы поработаем по городу. Нужно будет отвезти одну хорошенькую такую заявку на Буйканы. И если мы, а хотелось бы справиться быстренько, смотаемся с вами еще в пару мест. Поэтому я хочу выехать пораньше. У меня запись в 3 часа на выгрузке. Но надеюсь, что примут нас пораньше. Быстренько скинем товар. А то дел накопилось до хера. Фу. Поехали. Сейчас посмотрим на заснеженный Кишинев. Фу. Эту дорогу... Что там шумит? К офису. Так, более-менее прочистили. Ой, какое солнышко. Но-то холодно. Выезжаю в город. Это у нас улица Сарджидава. Выехал с офиса, вот подъезжаю к улице Мешчеру Маноли. Как мы видим, ни хера не чищено здесь. Жопа. Мешчеру Маноли немножко почищено. Очень скользко. Но здесь получше. Кое-где почищено, кое-где нет. Раньше и так были проблемы с парковкой. А сейчас, видите, на обочине, блин, такие сугробы. Припарковаться негде.
Что здесь, смотрите, лед. Нихера себе. Да, блядь, плохо чистить. Плохо почистили. Что там? Можно газу давать? Это у нас улица Петрикань. Единственный плюс от этих снегопадов, это то, что нету пробок в городе. Так, кое-где, но не страшно вообще ни капельки. Все едут тихонечко, спокойно, вот 30 км в час. В общем, по городу можно ездить. Сложно, но можно. Трактор просто ездит. Но я говорю, что можно ездить только вот по таким центральным дорогам. А во дворах вообще жопа. На заправках жопа, невозможно заехать. Вот Супротен тоже невозможно заехать. Смотрите, там какой сугроб. Наконец-то прошли эти дурацкие праздники. Сейчас работать, работать. И только работать. Это вот второстепенные улицы, так сказать. Только сейчас вот трактор доехал до них. Здесь вообще тушит свет. Здесь у нас большая территория, здесь много предприятий. Нам нужен этот, как его, распределительный центр Гринхиллса. У нас есть такой супермаркет. Сеть магазинов Гринхиллс. Ух ты! Здесь тоже никто не чистит. Никто не чистил. Такие сугробы. Разруха.
главное, чтобы здесь все нормально прошло. Ой, блядь, здесь просто, извините за мат, но здесь просто жопа. Раз, два, три, четыре, ой, блядь. Короче, машин до хера и трошки. Чувствую, что здесь и закончится наш рабочий день на сегодня. Печально. Идемте зарегистрируемся. 2000 years later. О, ребятки, смотрите, как прекрасно. 2:30. У меня получилось договориться. Выгрузили меня. Все, можно выезжать. Как будто и потеплело, смотрите, уже 1 градус. Ну, это мы то, что на солнце здесь стояли. Но так холодно на самом деле. Что вам, ребята, сказать? Хорошо, что получилось вот так, как получилось. И есть у нас время. Поэтому мы едем в Аргеев. С утра я не смог поехать, потому что там все было еще не почищено, но сейчас я посмотрел обстановку. Все нормально. Ехать можно. Значит, сейчас быстренько сюда выезжаю на Балканское шоссе и в Аргеев. Отлично. Отлично, что все отлично. Это улица Мессенджер. Как мы видим с вами, ребята, тоже ни хера не почищено здесь. Ни парковка, ничего. Сами машины уже утрамбовали этот снег. Весело будет, когда немножко подтает, а потом подморозит. И этот трамбованный снег, бля, будет весело. Ну, надеемся, что все будет более-менее нормально. Сейчас, смотрите, уже минус 7 сразу. Показывала минус 1, сейчас минус 7. Не знаю, где этот датчик находится, наверное, под машиной. И я заехал в сугроб. А в снегу, как мы знаем, теплее, чем на свежем воздухе. Я так предполагаю. Вот здесь сейчас будет такой стрёмненький участок. Очень-очень узко. Если еще и не почищено, то тут вообще... Ой, блядь. Вот о чем я и говорил. Хрен проедешь. Я смотрю, вообще никто не останавливается на эти знаки. Ну и правильно, нахер оно надо. Здесь остановишься, потом так сложно будет тронуться. О, смотрите здесь. Ю-ху-ху, газу, газу, газу. Ну а как ее? Да. Про улицу Мессенджер вообще забыли. Ну, по сугробам быстрее, чем сейчас выезжать на эту улицу, как ее там, Каля Ешелор. Пробки, зебры, светофоры. Блин, такое неприятное это пятно здесь. Примерзло. Что, ребят, я выехал из города. Так, там все чисто. Блин, еще эту шею просквозило, так неудобно поворачивать. И вот выезжаем на Балканское шоссе.
как и ожидалось, по трассе нормально. Да, здесь идеально почищено. Вот где молодцы, там молодцы. А где конченые, там конченые. Надеюсь, такая дорога будет до Аргеева. Впереди у нас развязка, это мосты, подмосты. Главное здесь не затупить. Так, нам нужна третья дорога. Третий съезд. Первый. Второй. Второй это на бетонку. И третий здесь. В сторону Аргеева. До Аргеева 38 километров. Вау, какое солнце! Где мои очки? Вау, вообще не видно ничего. Ой, блин. Так, здесь внимательно выезжаем. Скользко, уже минус 10. Ребята, у вас расскажите мне, какая погода? Как у вас там дела? Как Новый год прошел? Как Рождество? Тоже рады, как и я, что все закончилось. Еду в напряжении. Надо чуть-чуть уже расслабиться. Село пересечено. Нормально, еду. Все почищено, все красиво. Ехать можно. Даже где-то ехали 100 километров в час. Все нормально. Как я, ребята, соскучился по работе. Вы себе представить не можете. Как мне надоело дома сидеть, уже с пылью покрываться. Семье уделил внимание на год вперед. Во сколько мы будем? Думаю, где-то 3:15. Думаю, будем в Аргееве. Пока туда-сюда 15 минут. Будет полчетвертого. Ой, извините, полчетвертого. А если рвануть в резину? Полчетвертого я доеду туда примерно будет без 10, без 25. Блять. Уже как бы и нет смысла ехать. Сука, ну очень надо, ну очень надо.
Ладно, сейчас доедем, выгрузимся и посмотрим, ребята, что дальше будем делать. Привет всем своим подписчикам из Аргеева. Сейчас заценим здесь, как чистили снег. Ну, пока мы видим нормально все. И парковочку вон расчистили. Дорогу. Ну, так. Нормально. Не идеально, но и неплохо. Ехать можно. Прохладненько. Так, что машинка? Все нормально у тебя здесь? Грязная? Но терпимо. Блин, ребята, с таким трудом я откопал ее сегодня. Так, где наши ключики? Ух, блин, на улице минус 10. Но не чувствуется, что минус 10. Ну что, не успеваем, да? 15:32. Жаль. Так, давайте мы посмотрим точно, сколько нам ехать. И есть ли смысл вообще ехать. Так. Резина. 42 километра. Не, 50 километров. Так, что ты нам показываешь? 16:25. Не знаю даже. Они там до 5 работают. А если где-то задержка, если не успею? Ладно, сейчас я подумаю. Короче, ребята, подумал. И решил не ехать я в резину. Основные задачи на сегодня я выполнил. Отчет сделал. По городу я там разобрался. В Аргеев приехал, мне очень нужно было в Аргеев, прямо очень срочно.
в резину посмотрим. У меня будут еще заявки Флорешты, Сорока. Поэтому будет время еще. Смотрю, вот пацан знакомый лайв в ТикТоке. Можно сказать, черпаю полезную информацию. Он сейчас проехал по улице Каля Басараби, скоростная типа. Так там вообще жесть, не почищено ничего, и там есть еще горка, и там все буксуют. Ой, водичка. Поехали в Кишинев. Как раз приедем в самый пик пробок. Весело. Что я смотрел, сколько там мне надо было до резины. И это получается 50 минут. 51 километр. А до Кишинева 54 километра. И ехать час 25 минут. Короче, на 30 минут дольше. Ну, сейчас разберемся, как там проедем. Ну что, прощай, Аргеев. Один из моих любимых городов. И символично, что я в новом году приехал сюда. В смысле, я хотел сказать, что символично, что я первый город, который приехал в новом году, это Аргеев. Все, прощай, Аргеев. До скорых встреч. Заехал в город без 25. Но домой еще ехать и ехать. Ну что, ребятки, вот такой рабочий день. Всем хочу сказать большое спасибо за просмотр, за подписку, лайк, комментарий. Вот такой вот зимний Кишинев. Вчера, конечно, если бы вчера был бы рабочий день, а не выходной, то было бы весело. Ну и сегодня тоже не скучно получилось. Все, всем успехов, удачи, благополучия в новом году. Чтобы для вас Новый год не был праздником, а новым, как сказать, в общем, переход в новый этап, начать что-то новое делать. В общем, это хороший повод изменить что-то в себе. Вот так. Просто новый отчет. Но ничего сверхъестественного не произошло. Проблемы с 2023-го, они перешли на 2024 год. Сами по себе они не решатся. Все, ребятки, давайте. Успехов вам, удачи. Поехал я домой.